Всем привет! Я Юлия Барсукова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. И сегодня у меня в гостях трехкратная чемпионка мира по акробатическим танцам Ольга Остроухова. Олечка, привет. Привет! Спасибо, что пришла к нам, и мы будем рады позаниматься с тобой гимнастикой, или как ты сегодня назовешь наш урок? Это, можно сказать, это акробатика в первую очередь, да. Ну, на занятиях акробатики обычно, конечно, надо начать с разминочки. Быстренько разомнем паховые мышцы, ручки в сторону, ножки на ширине плеч, и делаем круговые движения ногой. Делаем круг, стараемся коленочком сделать круг. Вот. Очень хорошо это движение разогревает наши мышцы. Хорошо. Ну, следующее упражнение на растяжечку. Садимся ножки вперед и ножку мы кладем на бедро. Колено стараемся прижать к полу и тянемся грудью к ножке. Хорошо. Также другую ножку можно потянуть. Оля, расскажи, а чем, на твой взгляд, акробатические танцы отличаются от других спортивных танцев? Ну, как бы акробатические танцы отличаются только тем, что там 50% акробатики. А можно танцевать в любом стиле, в джазе, модерн, танцевальное шоу, в любом. Даже можно танец живота танцевать, но с акробатикой. Вот, в любом стиле можно использовать. Интересно. Да. Вот. Сейчас еще упражнение на растяжечку и плюс как подкатечка. Значит, становимся, ручки сгибаем, ножку стараемся поставить за плечо, да, и вытягиваем ножку, тянем. Можно сначала постоять просто, да? Да, можно просто постоять. А им, кто сможет, можно поджиматься. Молодцы, отлично, очень хорошо. Вот. Сейчас я еще подаю заявочку на книгу рекордов Гиннесса, и как бы я буду делать упражнения усложненные. Вот. И вот так за минуту буду отжиматься. Ну, мы, конечно, заявку в книгу рекордов Гиннесса еще не готовы подавать. Но это, конечно, потрясающе. Вот так. Давай еще для нас какое-нибудь упражнение. Ну, я думаю, можно попробовать стоечку на голове. Ой. Ручки ставим вот так, или кому как удобно, можно сделать треугольничек. Обязательно голова здесь, ручки здесь, как бы чертим треугольничек. Или можно вот уже руками начертить треугольничек. Ставим голову, попу поднимаем, ножку одну сгибаем, вторую и вытягиваемся наверх. Стоим. Кому-нибудь могу помочь. Давай, ручки, попу поднимаем. Не бойся, ножку раз. Вот, молодец. Вот стоим, умничка. Медленно, медленно. Молодец, очень хорошо. Оля, а с чего вообще началась твоя спортивная карьера? Ну, вообще, я родилась в семье спортсменов, в спортивной семье. У меня отец заслуженный тренер России по акробатике и гимнастике, мама мастер спорта по легкой атлетике. Я с 2 лет уже на сцене выступаю. В цирке была у Никулина, работала. Приглашали в цирк «Дю Солей». Да, еще знаю, ты танцевала в «Тодосе». Да, как ты туда попала? Ну, я туда вообще, как бы, мечта была с 10 лет попасть. Мне уже, в принципе, в 14 лет взяли в «Тодос», но как бы я еще 9 классов не закончила, сказали, хотя бы 9 классов закончить и приходить. И 16 лет я там 3 года работала. Вот. Тебе нравилось? Ну, интересно. Очень хороший опыт был, со многими звездами работала, было очень интересно. Вот, большой опыт жизненный был. Вот. Много чему научилась, новому, там, новые стили. В то время как бы хип-хопом я не занималась раньше, вот, в детстве. Много что нового познала для себя. Оль, я думаю, что на сегодня достаточно. Мы столько трюков уже понаделали. Вот. Приходи к нам снова. Всегда да, рада тебя видеть. Рада. Ждем еще. Спасибо большое. Смотрите нас на канале «Россия-2». Увидимся. Занимайтесь спортом, танцами, ведите здоровый и активный образ жизни, и у вас тогда все будет замечательно в вашей жизни.